готова. Хорошо, Вера, мы закончили свои чистки. Будем приглашать сейчас Константина. Давай. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю к нам прийти нашего куратора Константина. Он здесь. Мы приветствуем дорогого куратора нашего Константина. Примите нашу искреннюю благодарность за то, что вы пришли. Я приветствую вас. Уважаемый Константин, у меня возникли пару вопросов. Мы уже где-то через 10 дней, 1 июня, начинаем стартовать с нашей школы. Мне хотелось бы задать пару вопросов, которые меня на настоящий момент не могу найти ответов, касаемо школы. Можно вам продолжай. Да, хорошо. Меня интересует первый такой вопрос, где работать нашим ученикам. То есть наша комната диагностики – это наша с Верой личная комната диагностики. Они должны самостоятельно будут сами себе выставлять, строить комнату диагностики? Или наша комната диагностики становится, так сказать, в распоряжении всех? Вот этот Нет, вопрос. Конечно. У каждого своя комната. К каждому приходят разные предметы и души. Да. Согласно их развитию. Благодарю вас. Следующий у меня вопрос. Мы передаем только наши знания. Есть ли какие-то особые защиты, которые мы можем передать нашим ученикам? Вся защита главная у них внутри. Да. Вера правильно сказала. Свет, который идет от школы, он садится пыльцой и дает определенную защиту. Мало того, у них всех есть возможность долететь до Арго благодаря этому свету. Но не каждый попадет. Хорошо. Все дается по развитию. Конечно. Благодарю вас и за этот ответ. С оружием и всем остальным мы ничего не имеем общего. Это работа чисто кураторов, с которыми будут наши ученики работать. Их кураторы. Я правильно понимаю, да? На сегодняшний день их оружие, их слово. Мы тоже а так дальше по развитию, по уровню души, по уровню куратора. Все верно. Очень много факторов здесь играет роль. Хорошо. Ты начинал с копья и получил лазарь. Но мы даже и без копья начинали, по-моему, каждого первый раз. Свой путь. Я помню, как первый раз черт надо мной смеялся, когда мы пришли, и он говорит: а кто ты такой, не хочу с тобой разговаривать. Да, да, это прошел. Ты бы не достиг того, чего ты достиг, если бы у тебя было все оружие сразу. Конечно, нет. Конечно, оно даже, может быть, даже и помешало мне. Помимо того, что у тебя есть оружие, ты мог навредить и себе, и им. Это да. Опыт, который нужно получить самостоятельно. Благодарю вас. И самый последний вопрос, уважаемый Константин. Чем наша школа отличается от всех остальных школ? Именно этим божественным светом, который присутствует. Люди могут спросить, еще не спрашивают. Я бы не назвал этот свет божественным. Этот свет с архангельского уровня. Свет с архангельского светлый, уровня. Чистый, невинный и дает силу архангела. Силу семи печати. Силу печати семи архангелов. Благодарю вас. И последний вопрос. Как нам их к этой энергии подключать? Нам надо проводить какое-то подключение? Или они будет зависеть от их уровня развития. Свет уже есть. Если они четко его представят и увидят, они смогут им пользоваться. Кто-то сможет долететь до Арго, кто-то дойдет до половины. А у кого-то не получится, он будет развиваться, чтобы достичь. Кто-то забудет об этом и будет работать своим путем. Понятно, хорошо. Больше у меня, в принципе, вопросов нет. Мы следовали вашему совету по тому, чтобы набирать именно такое количество учеников, которые мы осилим. Вот эта небольшая первая группа у нас практически уже сложилась. Может, еще кто-то подойдет. И, то есть мы не гонимся ни за количеством. Нам очень важно передать вот это качество нашей работы и основную, может быть, мысль, которая стоит за всем этим делом. Мы очень бы хотели, чтобы наши ученики после окончания работали в этой сфере. И мы на этом и акцентировали свое внимание, когда выбирали их себе. У них есть возможность. Их развитие – это их, скажем, проблема. Это их путь. Вы понятно. Даете знания, они выбирают свой дальнейший путь сами.
Уважаемый Константин, примите на этом месте искреннюю энергию благодарности от меня и от Веры. У меня больше никаких нет вопросов. Верочка, тоже, по-моему, мы все спросили, что хотели. Позволите ли вы передать вам нашу традиционную корзинку с самыми вкусными ягодами, уважаемый Константин? Буду признателен. И, Верочка, большая корзинка с самыми разнообразными, самыми спелыми, вкусными ягодами, которые находятся на земле. Именно большая корзинка появляется. 1, 2, 3. И передай ее, пожалуйста, нашему дорогому куратору в знак благодарности. Мы очень рады его видеть. Этот цвет. Да. В своей комнате диагностики. И я всегда там, в школе. Отлично, хорошо. Мы с вами на связи. Меня впечатлило, как вы с Верой коммуницировали. Мы даже в транс не вошли, а вы уже дали ей ответы насчет света. Значит, все у нас нормально. Благодарю вас, уважаемый Константин. Благодарю. Всего вам доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Я здесь.